Доброго здоровья, уважаемые телезрители. Сейчас начинаем, значит, показ. Вечный движок на ионисторах. Вот сейчас берем, значит, ставим на риск, вот ноль. Так. Стартуем. 3 минуты. Вот, время пошло. 3 минуты стартуем. Стартуем от счетчика. То есть система работает от счетчика. И заодно сразу же под зарядкой вот ионисторов 10 штук на 500 фарад. То есть одновременно вращение и подзарядка. Получается, мы сразу 2 делаем. У нас и вращение, и подзарядка идет. Вот сейчас такой вариант, видите, дает, как бы, нету остановок. Остановок нету. И скорость вращения вполне приличная, где-то порядка на 20 вольт где-то мощность. Мотор 460, сейчас скажу вам сколько. Так. Мотор 460. Потребление 40 ватт всего. И одновременно крутится мотор и заряжается одновременно ионисторы за 40 ватт. То есть тратим 40 ватт. Ждем 3 минуты. Даже не 3 минуты ждем. А ждем вот, когда к риске подойдет, чтобы было понятно. То есть больше. Вот сейчас 2 минуты 20, 26, значит, идет. Крутится этот сам мотор 40 ватт и зарядка ионистора одновременно. Значит, подождем, даже не 3 минуты, а подождем, когда риски дойдет. По времени посмотрим. И посмотрим, сколько будет он работать на заряженных ионисторах. Больше 3 минут. Минуты 18. Так, здесь пока не видать все. Потребление низкое, поэтому долго. Может, минут 4-5. Пока 3,5 минуты прошло. Идем дальше. Можно было на 3, но тут вы не поймете-то, потому что не видно это, движется или нет. Так счетчик, оно не видно, движется или нет, видите. Поэтому я дальше, дольше. Так пробовал вообще на 3 минуты. 4 минуты. То есть идет вращение и зарядка ионистора одновременно. Во, счетчик появляется. Так, счетчик появляется.
Значит, у нас четыре минуты 55 секунд. А теперь выключим, обнуляем и стартуем. Сейчас уже на инистрах. Вот, сейчас включение на инистрах. 4 минуты 55 секунд. Запишем это. 4 минуты 55 секунд. Сейчас он работает на инистрах, на зарядном. Счетчик, видите, стоит. Счетчик стоит. То есть работа на ионистрах. Сколько он минут проработает? На ионистрах. Пока ровно одну минуту. Счетчик, видите, стоит. А это крутится. Вращение идет. То есть вращение продолжается, уже, значит, прошло 4 минуты 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55. 5 минут. Пять минут 12 секунд, 5 минут 13 секунд. А было у нас 4.55. Продолжается вращение. Счетчик, как видите, стоит.
ощущение продолжается. Ну все, можно выключать. Тут уже пошло замедление. То есть 5 минут 55 секунд. 56, все. Продолжать. Ну, это не будем считать так, которое замедление пошло. То есть получается у нас что? 4 минуты 55 вращался. Вот. 5 минут 56 секунд. То есть вращение было 4 минуты 55 секунд от сети и зарядка ионисторов. А назад вот 5.56, до сих пор крутится, но это уже видно, что видите, что колесо замедлено уже, но продолжает крутиться. То есть на минуту где-то больше. То есть взял он, как говорится, взял с цепи на вращение 4.50, из сети 4.55 минут, а отдал назад 5.56 секунд, отдал энергию назад 5.56 секунд. То есть вот такой результат, это уже лучший результат. На этом сегодня заканчиваем. Будем продолжать опыты, чтобы, так говорится, увеличить, ускорить и так далее. До свидания.